Здравия желаю, уважаемые телезрители. В общем, усовершенствовал систему вчерашнюю. Сейчас за счет чего? То есть колесо, вот, маховое колесо. Моторный 400 ватт, вот, крутится, да? Через вот этот упрямитель, видите? Помогает рулям РОН, видите? То есть вроде пока работает. Переставил, значит, секунды. Поставил 0,2 и 0,20. Ой, 0,2 и 2 секунды. Результат получил лучше, чем вчерашний. Намного. То есть сейчас оно вообще стоит, видите? Маленько стронулось, для начала набрало и вошло в резонанс. То есть работа на обратной энергии. Вообще не смотрит. Также вот кто-то тут говорил, что от сети также можно подключать от ЗКБ, я просто не подключаю, что у меня они дохлые. Как будет, подключу. То есть от сети убрать, то, что скажут, от сети ворует. Также ЗКБ можно подключать через инвертор. И через это реле будет работать. То есть за счет уменьшения, видите, вообще, как говорится, вообще ток просто не берет. Сматывает его назад сразу. Вперед-назад, вперед-назад. То есть это незаметно даже, как бы. А движение продолжается за счет махового колеса, видите. И скорость увеличилась. То есть в дальнейшем надо будет реле это еще на сотой попробовать. Еще будет лучше, вообще будет незаметно. А движение будет сильнее, так как зазор будет маленький, но разница на возврат тока останется та же, в 10 раз тут. Соблюдается интервал 10 раз. То есть, допустим, 0,2, 2 секунды. Так как интервал 2 секунды маленький, то есть на вращение почти не сказывается. И самое главное, оно вчера оно забирало, только потом отдавало. Через 20 секунд назад. А здесь оно сразу взяло назад. То есть можно применять-то, как я говорю, на АКБ, как будет АКБ новое. Вот сейчас это старье. Через инвертор и также будет крутить. Ну а в дальнейшем можно применять большие колеса, большую мощность. Попробую увеличить мощность. Это до 400, но можно поставить более мощность. То есть это, как говорится, первая проба. Самое главное, что разбора нет. Здесь стоит, видите, намертво. Разбора нет. Вращение идет. Также не будет разбора опыта с батарейки. Там, правда, будет инвертор может разбирать немного. Хотя тоже не факт. Ну, увеличить за счет увеличения мощности, может, пойдет. То есть это прорыв. Это прорыв уже. По сравнению с теми, что раньше было. То есть включаешь сеть и, как говорится, и пользуешься. А ток не сматывается.